Привет, меня зовут Женя, и в этом видео я хотела бы рассказать, как приготовить очень вкусный веганский грибной суп, но не крем-суп, нет. Для начала я хотела бы сказать, что, на мой взгляд, крем-супы очень переоценены. Ими уже никого не удивить, они везде. Признайтесь, разве с вами никогда не бывало такого, что вы идете и у вас так тянет желудок, вы хотите очень покушать супчик, а представляете, как вы его едите, и вам хочется, чтобы каждый овощ в этом прекрасном овощном ансамбле ласкал ваши вкусовые рецепторы. Вы приходите в кафе, открываете меню, и что вы видите там? Поганый крем-суп, который просто как... Короче, для начала вам понадобится вымыть грязную посуду, чтобы после готовки вам было меньше всего убирать. Теперь берем кастрюлю нужного вам размера и набираем в нее воду. Кастрюлю ставим на огонь. Нужно ее почистить и положить в емкость водой, чтобы она отдала лишний крахмал. Готово. Что мы делаем дальше? Правильно, режем. Готово. Отправляем ее туда. Блин. Обычно готовлю суп в более большую кастрюлю, вот в эту. Но в этот раз я хотела приготовить поменьше. Поэтому взяла вот эту. Но картошки все равно начистила дофига. Но ничего страшного, это просто урок для вас. Учитесь на ошибках других людей. И на маленькую кастрюлю берите две больших картошки, а не две больших, одну маленькую. Далее мы приступаем к грибам. Для начала грибы нужно помыть. Мойте. Ну, что я могу сказать? С грибами я тоже переборщила, но ничего страшного. Главное, что все равно будет очень вкусно. Зато моркови и луку я положу всего лишь по половинке. Готово! Теперь нужно взять сковороду и все это обжарить. И потом все это положить вот сюда. Оказалось, что сковорода занята. Сейчас я все переложу. Сковороду помою. Сковороду не надо. Когда масло разогрелось, выкладываем туда морковку. Сначала морковку, потом уже лук, когда морковка подзолотится. Суть в том, что морковка жарится чуть дольше, она впитывает чуть больше масла, и, короче, так правильно и вот так делать. Я уже закинула морковку и лук. Осталось поперчить, посолить и бросить зелень. Все, посолила, поперчила. Еще я люблю добавить немножко соевого соуса, потому что мне кажется, что он прекрасно подчеркивает грибной суп. И уже выключенный огонь. И я посыпаю это все зеленью. Сейчас это кинза, потому что обычно я посыпаю петрушкой, но петрушки... Не было, был укроп, но укроп без петрушки – это деньги на ветер. Вот, все готово, можно есть очень вкусно.